всех вас приветствовать. В предыдущем видеоцикле мы рассмотрели базовый тренинг по укреплению пальцев, кистей, лучезапястного сустава и предплечий. Еще раз повторюсь, это были базовые упражнения, которые вполне можно освоить самостоятельно и заниматься ими в домашних условиях. В принципе, на это и был сделан мною акцент. Занятия по укреплению данных групп мышц, очень важных с точки зрения прикладного, которые можно благополучно осваивать дома, еще раз подчеркиваю. И опять-таки, теми подручными снарядами или приспособлениями, которые находятся, как говорится, под рукой. И в завершении этого базового тренинга я хочу предложить вашему вниманию некоторые упражнения по укреплению, опять-таки, тех же групп мышц с тренажером Bizon 1M. В данном случае с той моделью, которая имеется у меня уже не первый год. Это, если мне память не изменяет, вторая модель в этом модельном ряду. Год, может, два назад вышли еще несколько модификаций Bizon'ов. Это как назвали производители, спецназовский вариант такой, с изменением рукояток. В принципе, сама фабула не поменялась, сама конструкция, сама задумка, изюминка не поменялась, корпус остался такой же, но произошли модификации ручек. И, в принципе, это достаточно интересные варианты с длинной рукояткой, более толстой, которая позволяет более амплитудно работать, с рукояткой веретенообразная, которая также позволяет более полно обхватывать кистью. То есть идет хорошее наполнение в руке. Вот рукоятка очень хорошо ложится. И плоскими такими рукоятками, которые предназначены, опять-таки, вот для усиления пальцев рук. Как там описано в характеристике относительно технико-тактических данных по этому типу рукоятки, оно может быть очень полезно людям, которые имеют дело с оружием, и очень важна крепость. Стабилизация кисти, запястья и крепость пальцев. Вся информация, в принципе, имеется в открытом доступе в сети и на сайтах производителя непосредственно, и на сайтах реализаторов, там представители по регионам, по странам и так далее. Поэтому не стоит этому уделять времени. Разбирать, собирать. Вот. Это вот Bizon 1M. Вторая модель в этом модельном ряду. Единственное, что можно добавить ко многосказанному, поскольку этот тренажер в миру уже не первый год, достаточно много о нем сказано, высказано и на форумах, и в частном порядке. Есть спорные какие-то моменты. Я не могу сказать, допустим, насколько оно эффективно в профессиональной подготовке спортсменов. Честно говоря, не сталкивался и никогда не мониторил вот этот аспект. Даже несмотря на то, что есть возможности, вокруг меня достаточное количество профессиональных спортсменов, и в частности единоборцев, но как-то не расспрашивал на эту тему. А коснусь с обывательской точки зрения относительно этого тренажера. Просто как тренажера для домашнего использования. Для среднестатистического
человека, физкультурника, который хочет немножко укрепить те или иные группы мышц, вот именно вот в этом направлении. Что бы хотелось сказать, вот за столько лет, которые я занимаюсь, но я ими и данным тренажером занимаюсь не для того, чтобы гнуть гвозди там или закручивать или сворачивать трубочку сковородки, там гнуть арматуры, я этим никогда не занимался. Вот. Просто этот тренажер был мною приобретен именно в плане укрепления крайне необходимых групп мышц для чисто прикладных целей направлении рукопашного боя. И даже с этой точки зрения, немножко отойду от точки зрения обывательской, а с точки зрения вот бойцов-прикладников, да и в принципе любого, бойцов любых видов единоборств, я считаю, что кроме плюсов в использовании данного вида тренажера, минусов найти невозможно. Только плюсы. Только плюсы. К тому же, и в целях реабилитации тоже прекрасно этот снаряд подходит, опять-таки благодаря тому, что можно очень четко нивелировать степень нагрузки. Вот практически, вот в данном случае у меня оно стоит, вот, воздушное, и до максимального напряжения, при котором можно выполнять сугубо упражнения статического характера, потому что лично у меня не хватает физических кондиций на максимальные закрутки, хоть каким-то образом сдвинуть рукоятки. То есть то в таком режиме можно только заниматься статикой, что тоже прекрасно. Сочетание и статического напряжения, и динамического. Вот, поэтому еще раз повторюсь, то, что вот тут есть огромная степень варьирование сопротивления, оно может быть великолепно использовано в реабилитационных целях после травм. И пальцев, и кисти, и лучезапястного, и предплечья, и так далее. Вот это что касается вот моего мнения, вот, абсолютно мирского. Мнение физкультурника, будем так говорить. Второй момент очень актуальный, в принципе, он изначально, как появился этот тренажер, он муссировался, ну и в принципе так и было заявлено производителем, и я думаю, что оно не лишено основания, что занимаясь этим тренажером определенное количество времени, можно элементарно гнуть гвозди. Да, это была самая такая основная фишка. Я думаю, что можно, опять-таки, косвенно, занимаясь данным видом тренинга, безусловно, мы оказываем косвенно положительное влияние на развитие именно тех групп мышц, которые позволят, ну, в данном случае, гнуть гвозди, закручивать их, гнуть там арматуру и так далее. В этом плане, да. Но хочется подчеркнуть, что если человек ставит цель гнуть гвозди, то все эти тренинги, неважно, данным видом тренажера, там, гирями, гантелями, висами, там, эспандерами и прочее, он должен, кроме всего этого, должен непосредственно заниматься именно сгибанием гвоздей или иных номеров, которые, исполнение которых и ставится во главу угла. Потому что можно иметь колоссальную силу, можно вот этим же тренажером великолепно себе развить все необходимые группы мышц, но тем не менее, если вы возьмете руки гвоздь или арматуру, вы ничего с ним не сделаете, потому что вы не сможете трансформировать приобретенную мощь и силу именно в данном направлении. Потому что любой вид тренинга, и любой тот же номер требует узкой специализации. Если вы хотите гнуть гвозди, вы в первую очередь большую часть времени своих занятий должны уделить именно данному виду тренинга. Весь остальной тренинг это будет сопутствующий.
это будет вспомогательный тренинг. Аналогично тому, что, чтобы научиться нормально бить, поставить удар или научиться бить по тому или иному снаряду или вот по той же макеваре, безусловно, надо по ней бить. Вы опять-таки можете обладать колоссальной силой, но тем не менее не будете способны нанести полноценный удар. Или нанесете и травмируете себе руки и так далее. То есть я к тому, что да, этот снаряд, этот тренажер, возможно, даст хорошую базу, хорошую платформу для дальнейшего исполнения вот тех или иных силовых номеров. То есть вывод. Если ставится цель гнуть гвозди, надо их гнуть постепенно, шаг за шагом, и рано или поздно вы добьетесь этого результата. Вот что касаемо вот такого тоже интересного момента. То есть это не тот случай, и он не может априори быть, что вот все взяли, месяц, два, три позанимались, все, вы способны гнуть. Да, возможно, вы будете способны гнуть, но обладая определенным талантом к этому. Я в своих видеороликах периодически эту тему поднимаю, что вот просто так оно не бывает. Но если есть у человека способность к тому или иному виду деятельности, то, безусловно, при даже минимальной подготовке в том или ином направлении, человек способен выдать на гора тот или иной результат. Вот что касается и этого момента. И вот после такого вступительного монолога я предоставлю вашему вниманию комплекс, свой комплекс упражнений. Будем считать, то, что он тоже будет как базовый. Потому что, в принципе, огромное количество упражнений существует с этим тренажером. И великолепно, есть великолепные записи, где парень представляет порядка, ну, несколько десятков, десяток комплексов точно, рассчитанный на определенный период тренинга. Ну, с повторениями, с подходами и так далее и тому подобное. Очень хороший диск такой. Ну, он мне был представлен во время покупки данного тренажера. Но, насколько я знаю, в сети, в принципе, эти записи есть. То есть можно спокойно, наверняка, это все скачать, и у вас будет определенная картина, чтобы вы во тьме не шарахались, как что сделать. Но я предоставлю свой комплекс, состоящий из нескольких упражнений, где распишу количество повторений, подходов, степени нагрузки и некоторые такие ключевые, опять-таки, аспекты, без которых, в принципе, не будет настолько вот высокое КПД. Потому что я всегда отмечаю, в любом виде тренинга, хоть ударного, хоть силового и тому подобное, всегда надо знать, крайне желательно знать некоторые ключевые аспекты. Вот они небольшие, вот маленькие нюансы, ну как и в любом деле, без которых можно очень долго биться головой об стенку, но не будет вот такого ожидаемого эффекта, которого мы все желаем изначально, став на этот путь. А вот открывается маленький ключик, секрет в кавычках, и все. И успех, и прогресс такой геометрический, по геометрической возрастающей сразу наступает. Поэтому некоторые такие вот, на мой взгляд, ключевые принципиальные моменты я раскрою. Вот вкратце все, что касается вот вступлению по небольшому тренингу с таким замечательным, реально замечательным, это опять-таки не в качестве рекламы, ничего, это вот лично мое абсолютно нейтральное мнение. Великолепный снаряд, да, и к тому же, вот вы видели в предыдущем видеоцикле, сколько мной было задействовано снарядов. Эспандеры, гантели, гири, там лом, неважно, там был бы стальной прут или тяжелая деревянная палка, арматура, там турник. И это опять-таки очень немалая часть.
тренажеров и приспособлений, которые будут способствовать укреплению именно этих групп мышц. Это крайне небольшая, это так, то, что вот базовый такой вариант, благодаря чему можно неплохо наработать силу данных групп мышц. Но опять-таки, мы не должны забывать, что при любых раскладах, что бы у вас под рукой не было, необходимая работа, необходим тренинг и система. Потому что вы можете жить в спортзале, иметь позолоченные снаряды, иметь суперпрофессиональные снаряды, но если на нем не производится тренировка, нет мотивации, нет желания работать, то это все будет до одного места. Вот, а к чему я и этот аспект затронул? Было задействовано 5-6 снарядов и приспособлений. Это тренажер, небольшой, мобильный тренажер, позволяет в определенной степени их всех заменить. Вот будем считать условно 5 в 1. 5 в 1, 6 в 1. И это действительно так. Некоторые варианты упражнений, конечно, невозможно сделать на данном тренажере из-за отсутствия широкой амплитуды. Это во-первых. Во-вторых, данный тренажер напрямую направлен больше вот, ну, в связи вот с его вот с его характеристикой непосредственно направлен все-таки в большей мере на укрепление кисти в лучезапястном суставе. Во вторую очередь это уже пальцы, во вторую очередь это сила хвата и во вторую очередь это сила предплечья. Хотя сила предплечья тоже достаточно мощно тренируется и развивается на данном виде тренажера. Но в первую очередь, еще раз говорю, в силу своей конструкции, этот тренажер больше рассчитан на развитие силы именно в лучезапястном суставе. Ну, во всяком случае, я так вижу. Возможно, это мнение не бесспорно, но мне кажется, что вот оно более направлено именно на эту группу мышц и на эту зону. Но вот смысл в том, что вот этот тренажер, будем считать, заменяет 5-6 снарядов как минимум. И достаточно мобилен. Его можно везде с собой тянуть. Это тот же вариант, как вот веревки, упражнения на статике, которые я предлагал. Веревочку скрутил, забрал. Аналогично, как и вот портативные макивары. Положил в рюкзачок, выехал, повесил, работаешь. Вот в этом плане, конечно, это колоссальное преимущество данного тренажера. Мобильность и замещение достаточного количества снарядов и приспособлений. Но в целом и все. Сейчас мы рассмотрим небольшой базовый комплекс, который можно благополучно освоить, естественно, при наличии у вас данного тренажера, прекрасно освоить и заниматься с достаточным успехом в домашних условиях.